В эфире программа «Крик. Криминал-комментарий». В студии Иван Берещевский. Здравствуйте. Сегодня вы увидите. Пешеходы-невидимки. В Сыктывкаре насмерть сбили двух мужчин. Кто окажется виновным? Вопрос о чести. Михаил Порядин просил рассмотреть его дело без участия СМИ. Что бывшему вице-премьеру ответили на это в суде? В плену Морфея. Уснувшего сыктывкарца обчистили прямо в кафе. Удалось ли воришке уйти с кражей? Автоинспекторы фиксируют рост количества аварий с участием пешеходов. За последнее время сразу два серьезных наезда произошли в Сыктывкаре. Предварительно причиной послужило халатное поведение на проезжей части самих пострадавших. Мужчины не удосужились дойти до ближайшего перехода, пошли на пролом. Желание сэкономить секунды стоило им жизни. Репортаж Антона Булаева. 7 ноября под колеса автомобиля в столичном местечке Нижничев угодил пешеход. Момент наезда попал на видеорегистратор случайного очевидца. Его автомобиль на перекрестке двигался на зеленый свет. По правой полосе его стал обгонять Hyundai Solaris. Автомобиль быстро набирал скорость, пока на проезжей части не появился черный силуэт. От сильного удара мужчину отбросило на 5 метров в сторону обочины. Водитель экстренно затормозил. Водитель 1995 года рождения, управляя автомашиной Hyundai Solaris, двигаясь со стороны города в направлении Ежинского района, города Сыктывкара, совершил наезд на мужчину 1965 года рождения, который в темное время суток переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина 65 года рождения, пешеход, скончался до приезда скорой медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стражам порядка предстоит выяснить, почему мужчина оказался на проезжей части перед движущимся автомобилем. Водитель заявил, темнота и дождь сыграли роковую роль. Пешехода в черной одежде он просто не заметил. Похожее объяснение дал участник другого наезда, который произошел вечером 2 ноября в Эжинском районе столицы. Управляя автомашиной ГАЗ, двигался по автодороге Сыктывкар, Эжвинский район, со стороны улицы Калинина в направлении город Ухта. На 19-м километре данной автодороги совершил наезд на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пешеход, мужчина 1969 года рождения. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. За последний год водитель привлекался к административной ответственности 13 раз, 10 из которых за нарушение скоростного режима. В последнее время автоинспекторы активно проводят акции и рейды, в которых рекомендуют участникам дорожного движения при переходе быть особенно внимательными. Обязательно использовать на одежде светоотражающие элементы, которые делают человека заметным издалека при переходе проезжей части в вечернее время. Но в реальности большинство пешеходов по-прежнему игнорируют правила безопасности, предпочитая оставаться в тени, подвергая себя неоправданному риску. А вот в Ухте водителю, похоже, и вовсе все равно на правила дорожного движения, и тем более на безопасность пешеходов. На проспекте Ленина на своем красном «Опеле» он решил развернуться прямо на зебре. Вероятно, водитель перепутал пешеходный переход с местом для разворота или решил, что правила написаны не для него. В любом случае, теперь ему придется ответить за нарушение. Столичные автоинспекторы разыскивают нарушителя, который вечером 23 октября после столкновения скрылся с места происшествия. Во двор продовольственного магазина по улице Тинтяковской въезжает светлая иномарка, предположительно Toyota Corolla. Машина сдает задним ходом и таранит перильное ограждение. Тут же седан срывается с места и уезжает в неизвестном направлении. Полиция устанавливает личность скрывшегося водителя. Всех, кому что-либо известно о происшествии, силовики просят сообщить по телефонам, указанным на экране. Бывшему первому вице-премьеру правительства Коми Михаилу Порядину не удалось освободиться из СИЗО. Решение об избрании меры пресечения в виде ареста он обжаловал в Верховном суде Коми. На судебное заседание апелляционной инстанции, несмотря на возражения обвиняемого и его адвоката, представители СМИ пустили. И хотя дополнительных деталей о расследовании уголовного дела журналисты не узнали, они услышали ряд громких заявлений. Из зала суда репортаж Эдуарда Бушуева. —
Судебное заседание по аресту задержанного в Москве 24 октября Михаила Порядина прошло без участия общественности. Бывший вице-премьер и руководитель администрации главы в 2016 году возглавлял Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций КОМИ. И как никто другой был близок к работе журналистов. Впрочем, в этот раз представителем ведущих региональных СМИ в Верховном суде КОМИ Михаил Порядин был явно не рад. Ваша честь, я просил рассмотреть возможность провести заседание без участия средств массовой информации. Причины какие-то на это есть? Для меня это вопрос репутации. Я не нарушал закон. Я заявляю, что меня оговорили. Я хотел побороться за свое доброе имя. И пока объективно суд не разберется в причинах и следствиях этого дела, я очень просил бы в цели сохранения моей репутации и репутации той власти, которая работала с 2015 по 2020 год, рассматривать это без СМИ. Просьбу Порядина, поддержанную его защитником, суд все же отклонил и разрешил журналистам присутствовать на процессе. Каких-то дополнительных деталей по резонансному делу и количеству фигурантов не прозвучало. До сих пор известна только его краткая фабула. По данным следствия, в 2018-2020 годах фигурант, действуя по предварительному сговору с иными лицами, похитил денежные средства, поступившие на счета благотворительного фонда «Патриот», на общую сумму не менее 85 миллионов рублей. Адвокат убеждал Фемиду, что вина его клиента в мошенничестве в особо крупном размере еще не доказана, и его нужно перевести из-под стражи под домашний арест или выпустить под залог. Никакого вреда он следствию не принесет. Порядин знал еще в мае месяце 2021 года о том, что в отношении его возбуждено уголовное дело. Я полагаю, что с мая месяца до октября месяца достаточно было у него времени, если, как считает следствие и суд, что он может убежать, оказать давление, уничтожить доказательства. Однако он не предпринял ни одного действия, чтобы или уничтожить, или убежать, не оказывал никаких давлений. В подтверждении доводов своего защитника Порядин заявил, что у него все это время была реальная возможность скрыться за границей и был действительный загранпаспорт, которого сейчас нет. Но он не стал этого делать, поскольку считает себя невиновным. Изобличающие его показания других фигурантов назвал оговором, возможно, имеющим политический окрас. В республику Коми я приехал не для заработка денег, а потому что меня попросил мой бывший руководитель Олег Строя приехать, чтобы помочь здесь довести порядок, бороться с коррупцией. Мы внесли большой вклад в республике Коми в улучшение благосостояния. Мы вывели бюджет в профицит, мы строили школы, достраивали то, что десятилетиями не могли достроить. Я предпринимал все усилия для того, чтобы бороться с коррупцией. Я понимаю, что я мог иметь недоброжелателей, имея на этом пути. И то, что человек пытается меня оклеветать, я не совсем понимаю, чем он руководствуется. Может быть, очернить работу власти, которая проводилась в эти годы с 15 по 2020. Представитель прокуратуры, опровергая доводы оппонентов, просил Верховный суд Коми оставить в силе решение об аресте. Разумная причастность Порядина в совершении инкриминированного преступления нашла свое подтверждение, что обоснованно подтверждается как показания свидетелей, а также иных обвиняемых соучастников в совершении данного преступления. Также, учитывая как роль обвиняемого Порядина в данном преступлении, также род занятий, общественного опасности совершенного преступления, с учетом сведений, характеризующих личность, я считаю, что суд обоснованно пришел к выводу о невозможности избрания более мягких мер пресечения, на которые ходатайствовала сторона защиты. Изучив доводы сторон, суд апелляционной инстанции оставил решение Сыктывкарской Фемиды в силе. Следующая схватка за изменение меры пресечения бывшего первого зампреда правительства состоится через месяц с небольшим. Заключение под стражу у него истекает 23 декабря. Ухтинский суд вынес приговор 43-летней женщине за жестокое обращение с собственными детьми. Нерадивой матери предъявили сразу два обвинения – истязание двух лиц и неисполнение обязанностей по воспитанию.
А судом установлено, что жительница Ухты неоднократно истязала своих малолетних детей, где дочь 2010 года рождения и сына 2012 года рождения. Женщина систематически била их ремнем и другими предметами, унижала, ставила их голыми коленями на гречку и оставляла в таком положении на несколько часов, при этом не давала им пить, высказывала в их адрес нецензурные оскорбления и иным образом унижала их достоинство. В апреле 2021 года детей поместили в отделение социальной реабилитации несовершеннолетних. А в отношении женщин возбудили уголовное дело. Суд приговорил ее к 3,5 годам условно с испытательным сроком на 2 года. Свою вину она не отрицала. Ухтинец, который заснул в гробу ритуального салона, выслушал приговор суда. Ночью 3 сентября в полицию поступил сигнал о разбитой витрине агентства ритуальных услуг на проспекте Ленина. На место происшествия выехал патрульный экипаж. Осматривая помещение, правоохранители обнаружили в гробу спящего человека. Выходи. Я обрабатываю, я ничего понять не могу. Как зовут тебя? Стой. Зовут тебя как? А? Спящего в итоге подняли из гроба и доставили в полицию. Нарушителем оказался 19-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. В день происшествия ухтинец находился в состоянии опьянения и, по его словам, хотел спать. С этой целью он и проник в ритуальный салон, а затем уснул в гробу. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В гроб молодой человек прихватил несколько рулонов туалетной бумаги и банку варенья. Свою вину он признал и уже устроился на работу, чтобы возместить ущерб предпринимателю – более 22 тысяч рублей. Суд назначил ухтинцу 10 месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком в 1 год. Приговор в законную силу еще не вступил. Решил прикорнуть в кафе и чуть не лишился мобильного телефона стоимостью 70 тысяч рублей. В середине сентября в полицию обратился сыктывкарец с заявлением о пропаже дорогостоящего смартфона. Он рассказал, что отдыхал в одном из ночных заведений города. Мужчина признался, что в тот вечер сильно перебрался спиртным и уснул. Телефон оставил на столе. Когда пришел в себя, гаджета уже не было. Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения и установили подозреваемого. Подозреваемое лицо также в 6-7 часов утра приходит в данное питейное заведение, видит на столе мобильный телефон, садится рядом с заявителем, делает видимость того, что они знакомы, берет его мобильный телефон, не принадлежащий, да, подозреваемому, делает вид, что он звонит по этому мобильному телефону и похищает данный мобильный телефон, забрав его, удостоверившись в том, что за его преступным действием никто не наблюдает. В Сыктывкаре полицейские вели операцию «Квартал». Ориентировку воришки получили все патрульные экипажи. Вскоре подозреваемого задержали. Мужчина сам продемонстрировал похищенный телефон и заявил, что это его вещь. Да только разблокировать гаджет, не зная пароля, горе воришки не удалось. Смартфон вернули хозяину. По факту кражи возбудили уголовное дело. На время следствия ранее не имевшего проблем с законом 43-летнего сыктывкарца отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Программа «Крик. Криминал-комментарий» подошла к концу. С вами был Иван Беричевский. Этот и другие выпуски программы смотрите на нашем сайте yurgan.rf. До встречи в эфире.